Госпожа. Что случилось, Сюмбюль? Ты принес мне какую-то новость? Да нет. Я пришел узнать, не угодно ли вам что-нибудь. Это странно. Неужели она до сих пор не прочитала? Что такое, госпожа? Я могу помочь. Ибрагим Паша во дворце уже? Не знаю, возможно, еще не приехал. Ночью он здесь был, с повелителем встречался, а потом уехал. Понятно. А Хатидже Султан ты не видел? Она не приезжала? Нет, она не приезжала. А почему вы спрашиваете?